Биткоин-кофемашину создал бразильский предприниматель Рикардо Рейс, пытаясь показать, где еще может применяться первая криптовалюта. «Я разработал кофемашину с биткоин-транзакциями, чтобы учиться и получать удовольствие. Занятие техникой – это мое хобби. Я не собирался делать коммерческий продукт, а просто хотел исследовать возможности технологии и показать людям, что биткоин является программируемыми деньгами», – сказал Рейс. По его словам, машина запускается, когда биткоины поступают на подключенный к ней кошелек. Аппарат имеет QR-код, который позволяет пользователям отправлять средства и оплачивать кофе.